мои девочки вот направо, а вот мальчики нет у нас, мальчики наши. Значит, уважаемые жители, вы, наверное, в курсе того, что сейчас вы находитесь во временном управлении. Вот давайте вот вы так, чтобы... А мы слышим вас. Вот сюда, а я еще смотреть хочу на вас. Глаза в глаза. Да, да. Потому что я думаю, это правильно и честно, когда смотришь и вопросы слышишь. Значит, вы сейчас находитесь во временном управлении. Наверное, вы уже все знаете, потому что объявление мы развешивали. Вот, в связи с тем, что ваша бывшая управляющая компания Велес, по заявлениям жителей, которые обратились к главе города, не оказывала должных услуг по обслуживанию всех домов, которые находились в управлении. Это улица Светлого, это улица Лермонтова, это Гагарина 4, дом, который в северной части. Вот. И в связи с этим глава города неоднократно приглашал директора компании «Велес» к себе на разговор, на решение каких-то вопросов, связанных с управлением. Но директор этот бывший или настоящий, не знаю, не вышел на связь, не приехал, не решал никакие вопросы. Ну и в связи с этим исполняющий обязанности главы города собрал чрезвычайную комиссию по ситуациям чрезвычайным, доложил комиссии о ситуации, которая возникла на территории управляющей компании «Велес». И решением общей комиссии было принято, что во временное, значит, расторгнуть договор с «Велесом» на управление, так как они по конкурсу сюда вошли, и передать во временное управление сроком на 3 месяца управляющей компании МКД «Восток» до момента выбора собственниками управляющей компании либо проведения конкурса по выбору управляющей компании. Но в связи с тем, что вот мы наблюдали все ситуации 3 года, да, которые проходили, даже не 3, больше 6 лет, наверное. Мы тоже во временном управлении были первые там 3 года, не помню уж какой, 13-й год был. Вот, и приходили компании, которые управляли. Вот, в связи с этим мы стали сегодня инициаторами, поскольку мы как управляющая компания предлагаем вам сегодня провести общее собрание и выбрать себе управляющую компанию. Если такие собрания будут не проведены или будут нелегитимны, да, то есть не будут нарушения или не пройдет голосованием какая-то управляющая компания, значит, все документы будут переданы в администрацию и будет проводиться конкурс опять, и вам будет предложена та компания, которую выберет комиссия, и вы будете управлять той компанией. Вот. Но в связи с тем, чтобы опять не получилось того, что было в предыдущие 6 лет, уже 2 или 3 компании у вас было. Вот. Мы решили предложить вам провести собрание. Сразу говорю, что в городе существует сегодня, по-моему, 6 компаний, ну, 4 мы, которые знаем. Это вот «Восток», это «Вектор», которая южной частью управляет, Краснофлотская, Морозова, улица «Новая жизнь». Есть компания «Диас», у которой 2 дома, вот этот дом и вот «Новая жизнь». Вот перед той компанией, да? Да, «Диас» и «Новая жизнь» 11, вот, они провели собрание и выбрали эту управляющую компанию. Есть РСУ-7, которую управляет Морозова, 12, у нее 1 дом. Ну, есть там Пик-Комфорт, который тоже 1 дом. Ну, я как-то вот маленькие компании не знаю. Вы можете на сайте открыть, любая управляющая компания сегодня имеет свой сайт, вы можете посмотреть там все вот об этой компании и принять свое решение. Мы сегодня начинаем, значит, были собрания, к вам приходили мои сотрудники, пока я была в отпуске.
говорили о том, что мы намерены инициировать и начать проведение собраний. Сегодня мы уже пришли на проведение очного собрания. Но, как правило, очные собрания, они всегда не состоятся. Люди не приходят в том количестве, в котором хотелось бы видеть. То есть сегодня будет по сегодняшнему собранию составлен протокол о том, что сегодня собрание не состоялось в очной форме, да. И мы вам сегодня объявляем о том, что начинаем после 12 июня, праздника России, мы начинаем проведение в заочной форме голосования по вашим домам, проведение общего собрания по выбору управляющей компании. Здесь мы будем предлагать свою в повестке дня компанию, будем вам показывать информацию о тех компаниях, о которых я говорила. То есть будем вам, когда будем по квартирам ходить, предлагать вам договор управления, будем показывать все решения ваши с повесткой дня по каждому вопросу, будут вам объяснять, рассказывать, за что вы будете голосовать. Значит, протокол, в котором в решении вы будете свои подписи ставить, вот будет у нас 11 или там сколько, 10 вопросов. Значит, в каждой клеточке «за», «против», «воздержался» вы должны не галочку поставить или нолик, или крестик, а поставить свою подпись. Подпись собственника. Только так. Подпись собственника. То есть, если свидетельство о праве собственности у вас на 3 человека, значит, с вами рядом должны стоять 3 человека в долевой... Да, если мамочка, например, есть малолетние дети, да, на кого, значит, тогда свидетельство о рождении должно быть, и вы говорите, да, есть свидетельство о праве собственности, да, в свидетельстве указаны мои детки. Потому что мы будем запрос в палату делать, мы однозначно узнаем, мы однозначно будем знать, и тогда те бюллетени, кто, ну, захочет, ну, не обмануть, а вот выступить. При всем нашем желании так не может быть. Либо тогда собственник дает доверенность кому-то, кто проживает вместе с ним, или соседу, дает доверенность на право голосования и участия в этом собрании. Но это только собственники. Да, только собственник. Потому что это очень важное и главное решение — выбор управляющей компании. Если потом все решения, которые может принимать, здесь мы с вами и будем выбирать совет дома. Если вы можете и по закону делегировать решение вопросов по содержанию дома совету дома, да, председателю, членам совета дома, которые будут решать вопросы с управляющей компанией, то выбор управляющей компании только собственниками помещений. Количество голосов от площади, занимаемой собственником. Чем больше у него есть площадь собственности, тем больше голосов он имеет, голоса имеет право принятия в собрании. Если вы голосуете против, вот мы когда будем ходить, вот вас уже мы запомнили, может быть, мы вас и привлечем, попросим быть с нами при подсчете голосов, чтобы вы видели, что мы ничего не придумываем, что мы будем вместе считать, а у нас уже формула есть, то есть мы забиваем и все сразу показывает. Если вы не проходите общего собрания и 51 голос будет не набран, мы фиксируем протоколом и предлагаем, подаем в администрацию и говорим о том, что администрация будет вас выставлять на конкурс по выбору управляющей компании. Да, то есть и уже кто подаст
на эту комиссию, кто захочет участвовать, это уже будет смотреть комиссия, и тогда вы будете переданы той управляющей компании, которая вы захотите. Или если получится так, что собственники не выберут нас, да, то есть не получится, что мы набрали мало голосов, значит, тогда вы можете в этот момент инициировать еще раз общее собрание, предложить другую, вот мы сколько вам компаний предложили, и провести повторное собрание до момента проведения конкурса. Но в администрацию, правильно, Людмила Александровна, мы сразу подаем информацию о том, что мы, как управляющая компания, не прошли. Да. Мы не навязываем себя, мы говорим о порядке проведения собрания. Сразу говорю, что в нашем договоре управления будет предложено, там есть одно из приложений, размер платы за жилое помещение. Вот на основании решения Совета депутатов, которое в прошлом году было принято, мы вам предлагать будем эту плату по вашим домам. Не завышенную, которую Велес поднял, а мы опускаемся на ту плату, по которой сегодня весь город обслуживается. Для каждого дома разная, в связи с тем, что разное благоустройство, разная этажность. Есть новые дома, где есть ИТП, где есть лифты, вы это прекрасно знаете. Вот, поэтому одного тарифа для всех нет. Есть для каждого дома разные. Вот, собственно говоря, все, что я вам вроде хотела сказать. Если вопросы есть, я готова ответить вам. Вот. А еще хочу сказать, значит, чтобы вы знали, и соседям сказали, за сутки до начала вхождения в ваши дома мы повесим объявление для того, чтобы вы могли сориентировать и соседей, и себя, и в этот вечер быть дома. Потому что мы будем, наши сотрудники, ходить вечером, когда вы все придете после работы. Значит, у нашего сотрудника будет бейджик, да, фамилия, имя, отчество, управляющая компания МКД «Восток». Будет паспорт, будет доверенность, подписанная мной на вот этого человека, который вам обязан будет показать паспорт и доверенность. Вот тогда вы с этим человеком можете рассматривать документы, их подписывать. Других людей в это время прошу в квартиры не пускать. Вот. То есть у нас бейджик, у нас доверенность вот в такой форме будет, где паспортные данные прописаны человека, который к вам придет, подписанная мной печать и паспорт этого человека. То есть вот тогда вы понимаете, пришла управляющая компания «Восток». Все. Вот. Ну, собственно, после того, как мы проведем общее собрание, то вы понимаете, уже тогда будет понимание, кто будет в вашем доме управлять. Если выберете нас, то мы уже будем, поскольку совет дома будет выбираться, то мы тогда с вами начинаем планировать работы, начинаем входить в рабочий режим. Чтобы платы шли, чтобы жители понимали, да, с пониманием, что капитальный ремонт мы делать не будем, поскольку... Дерут невозможно. Тогда снимайте его совсем тогда кто-либо. Значит, послушайте меня, я хочу, чтобы вы все понимали. Дерут слово, это очень такое накладное, и с меня дерут, знаете. Но управляющая компания дерет только в первой строчке, да, в верхней, вот там. А что она делает? А вот то, что между... Подожди. А вот то, что между первой строчкой, это ресурсоснабжающая организация, которые вам дают воду, стоимость воды, стоимость энергоресурса, отопления, стоимость горячего, то, что внутри трубы. А подогрев воды, что это такое у нас здесь? А вот это когда у вас стоит, стоят теплоотогреватели, теплообменники, когда идет вода с
трассы, она проходит круг в доме, идет на подогрев и идет к вам. А почему в других домах такого нет? А потому что разные системы центрального горячего водоснабжения. Дом копеечный, и подогрев воды, за горячую воду мы платим, за холодную платим, за отопление платим. Потом, как ее, извините меня, капремонт, какой капремонт, новый дом? Значит, я сама все покупала, всю сантехнику, двери, ключи. Ну, закон российского государства, нашего, закон, подписанный Путиным Владимиром Владимировичем, о том, что с первого дня заселения в новый дом люди платят взнос на капитальный ремонт. А куда эти деньги деваются? Документы есть какие-то? Что, куда их? На какой счет их ложат? Одна пришла компания, взяла, другая обанкротилась, третья пришла, опять берут деньги. А куда их девают? Что делают с этими деньгами, скажем? Деньги немалые. Немалые. Теперь я могу ответить? Да. Значит, эти деньги, которые вы платите, у нас, вы знаете, работает в городе. По вашей квитанции отдельно управляющая компания, отдельно капитальный ремонт, отдельно ресурсоснабжающая организация. Когда приходят ваши деньги, пропорционально вашей квитанции, вашей площади, они сразу расщепляются везде. Взнос на капитальный ремонт идет целевым назначением на расчетный счет фонда капитального ремонта. Ни муниципалитет, ни управляющая компания, никто пальцем даже не прикасается и не трогает эти деньги. Дальше. Есть, опять же, положение по капитальному ремонту, утвержденное правительством Российской Федерации, о правилах определения жилых домов к капитальному ремонту. Значит, когда начинается год, вот сейчас мы уже на следующий год, мы здесь формируем администрацию, мы даем дома, которые, есть там критерии, по которым дома могут подходить по сроку своей эксплуатации, по каким-то еще правилам, там много всего. Мы подаем в отдел городского хозяйства, в муниципалитет, перечень домов, перечень работ, пишем дефектные ведомости, сметы о том, что мы хотим на том или ином доме сделать. Муниципалитет все это отрабатывает и направляет в фонд капитального ремонта. Фонд капитального ремонта рассматривает эти документы, проводит конкурсы по выбору подрядных организаций, которые заходят в город и начинают приступать капитальному ремонту на домах, которые мы правильно подали для ремонта. Кровель, отопление, фасадов. Вот так идут, используются ваши деньги. И пока дойдет до этих домов время, значит, эти деньги собираются, используются в соответствии с нуждами города. Потом, когда построятся новые дома, эти состарятся, пойдет вот такой круговорот воды в природе. Вот так используются деньги фонда капитального ремонта. Это в российском государстве, в нашем, закон, который установлен правительством и президентом. Он не обсуждается, он выполняется. Дальше деньги управляющей компании, о которой вы говорите, дерут. Значит, управляющая компания дерет самые большие деньги, которые она может только содрать. Я вам сразу говорю, по всей Московской области, про остальные регионы я вообще даже не говорю. У нас самый маленький в городе Красноармейске тариф
на оплату коммунальных услуг. У нас не будет. Мало того, наш город население. Мало того, что в прошлом году, когда вопрос стоял в июле месяце о повышении тарифа, у нас повысилась цена вывоза мусора. Мало того, что подняли там на 6%, и это ушло плюс к мусору, еще даже на те деньги, которые мы жили, у меня 400 тысяч ушло со старого тарифа в оплату мусора. Вот сегодня вообще еще страшнее вопрос стоит, даже не по повышению тарифа. Опять проблема с мусором. Опять идут, вы, наверное, слышите телевидение, региональные операторы. Идет повышение норм накопления. Вот вы около мусорок видите, баки убрали, рядом все оставили. Нет захоронения, нет норм накопления, потому что... Тот договор, который мы сделали две компании, что почему баки убирают, а эти стоят. Вот я сейчас рассказываю. Значит, мы заключили договор, вот 6 лет у нас были утверждены нормы накопления на каждую квартиру человека, да. Метраж. Да. На метраж. А вы понимаете, мы плохо стали жить, мы хуже все живем и хуже, а мусора все больше и больше. Что мы туда выкидываем? Никто не знает, да? Вы даже сами, наверное, вот хозяйки, вы понимаете, то пластиковые бутылки, то еще что-то. И кажется, ничего не сделал, а вот такую сумку выносишь. Мало того, на наши помойки садоводы, да, вывозят все. Да, частный сектор, да, который не хочет решать вопрос по вывозу мусора. И к нам с вами носят. А у нас мусоровывозящая компания, которая заключила с нами договор на определенный объем мусора и на определенные деньги мы им платим. Они сейчас не в состоянии вывозить больше, чем то, что они... Потому что закрыли Царевскую свалку, вы знаете. Если раньше они вот здесь, теперь они бог весть знает куда возят, и расходы у них повысились. Они поэтому сегодня ставят условия главе города, нам. Вот мы вывезем из мусорных бачков, а все, что рядом, хотите, положите туда, в следующий раз привезем. Цена вопроса увеличивается. Вот она подошла, та проблема, которая вообще много лет назад должна была решаться. Ну, у нас, как всегда, мы ж Россия. Как подопрет, так начинаем думать. Поэтому та вот строчечка первая, на которой мы живем, она сегодня для меня очень-очень маленькая. Потому что все повышают цены. Газовики повысили, Мосэнергосбыт повысил. Где лифты повысили, мусор, понимаете, жители не платят даже ежемесячно, не платят даже 90%, не то, что там 100 или 95%. Мы работаем с должниками очень напряженно, и в суды, и коллекторы, но у меня вместе со всем выходит 93% сбора. А должно было бы 100 с лишним. Поэтому мы платим всем, у нас нет задолженности. У нас всем мы 100% заплачиваем. За соседей ваших, которые не платят. А услугу получают, да? Вон подвал, вот. Сколько вошло сейчас человек. А к вечеру вообще полный. Вот. Поэтому... подъезд, полный подвал будет. Вот поэтому я вам хочу вот сказать то, что и отремонтировать дом, все понимаю, с удовольствием бы сделала. Но а где взять, называется? Ну и что нам делать? А где взять? Ну ничего, будем чего-то думать, как-то кого-то трясти. 1880. Там он скоро говорил, у меня стена-то отвалится. И бьемся уже сколько мы? 12-го два года дома. И живем мы, вот сколько потом покажите, хорошо? Даже одной банки краски не потратили.
Да, это дом. У вас как войдешь туда, в ваш коридор? Подвал. Аж страшно. Катакомбы нам подвал, говорят. Подвал мы туда заходили, когда я еще во временном управлении его держала. Мы чистили, но там страшно. Там надо вообще... Там еще было. Чинников был, тоже ходил, вывезти. Так и говорит, потом еще вот в новой компании опять ходили мы. Все это бесполезно. Ты не помог им, как это? Чертовы компании, вы сами там насрали на лестницу на задней. Мы тогда пришли, газеты разносили, там вообще до второго этажа. Кто там кидает? Косили у вас вот здесь. В конце коридора. Сами же и кидаете. Мусора было вот со второго этажа. По сбору вот этих пустых бутылок. Это знаете, просто будут. Надо за ним как-то следить, они там собственно все. И чего? Девать. То есть вот этот ваш газон был оттуда, страшным просто. Да. Смотри, сейчас вот собирают, то школьники, то вот газон, это. Газон, а в подвале что там творится? Ну, подвал вообще святой у вас. Это там вообще... А вот вы представляете, ребята, слесаря... Ходят туда, да. И дают вам и воду, и тепло, да. Вот что-то. А вот это асоциальное население, которое у нас присутствует, вот с ними, конечно, бы надо. А куда вот они? Они все равно находят. Они там и готовы. Вот так же на Красноплодском мы выехали оттуда, с 19-го дома. А там вот занимают, которые квартиры освободились, не русские. И не знают там, что творится. Даже боятся идти. Занимают, там сдают они их. Что ты, сказали, ты сдавала? Сказали, что занимают. Да кто там занимает? Женщина сказала Любе. Что врать-то? Что Люба будет? Это, ну что, ну ты сдавала ну, свою что? Квартиру. И с Федорова сдают. Ну. И кто, и что там осталось? Она сказала, что мы не сдаем, а живут. Нет, конечно, выгоняли их оттуда. Когда вот это было, я милицию сколько раз вызывала. Я Сережку видел, сам приходил к ним и разговаривал с ним. Чего он выгоняет? Они там сдают их. И с этим черным я разговаривал. Говорю, 10 рублей за месяц. Ты сколько брала своих? 10 рублей или 100? Чего врать-то? 10 или 100? Уважаемые жители, есть много проблем. У нас, да. Я прошу вас это. То я как вчера хрипла. Потому что уже... Если у вас нет вопросов... Скажите, пожалуйста, как к вам обращаться? Где Наталья Васильевна, Григорьевна. А дали вам... Я генеральный директор управляющей компании МКД «Восток». Мы располагаемся проспект Испытателей, дом 16, второй этаж. Вот рядом со мной стоит нянькина Елена Владимировна. Она начальник центра ЖКХ, то есть аварийно-диспетчерские службы. Прием населения, все, начальник производственно-технического отдела, подвесных Анастасия Ивановна, все ваши заявления, которые вы отдаете сюда, они у нее обрабатываются, она распределяет всем по службам, контролирует выполнение работ. Юрист у нас украинская Людмила Александровна. Баскакова Ирина Владимировна, начальник отдела кадров, которая подбирает весь персонал, работает. Вот мы все, не все, частичка. Ну, у нас здесь нет, во-первых, ящиков, это раз. У нас кидают, допустим, принесли за квартиру письмо какое-то, чего. Ничего давно нет, это еще да, я ходила к этому, никогда нету. Потом домофонов тут у нас нет, даже пускай бы мы сложились. Зачем я буду покупать эти ключи по 250 рублей? Я второй раз его делаю, а он не подходит. У вас вообще нет для вас? Нет. Ну, вот так дом принимали. Значит, давайте, я все понимаю, уважаемые собственники, давайте мы сделаем первый шаг для начала. Мы проведем общее собрание. Ну, народу у нас мало. Мы пойдем, значит, мы вас просим своим соседям, своим соседям. Ну, когда они напишут, да. Значит, вы сейчас... Давайте вот мы кто-то будем по одному разговаривать. А у нас и ящики не повесили в нашем подъезде. Вообще там будут ящики. Значит, давайте мы будем решать все вопросы после того, как проведем общее собрание. Хоть поговорить. Да. Значит, у меня к вам вот такая просьба.
Мы вывесим объявление, как только начнем проведение общих собраний. Это будет либо на той неделе, либо через неделю, потому что мы начинаем Гагарина, Лермонтова, да, и вы. Постараемся как можно быстрее провести, потому что что тянуть время, когда надо уже только на работу. Потому что наступает осень, будет осень, а подготовить главное дома к зимнему периоду. Это вот моя задача как директора. И поэтому, если вы выберете меня, у меня крыши самое главное и отопление, чтобы люди не страдали. Сверху не лилось, а снизу шло тепло квартиры. Вот. И крылечки, да, я сегодня всем говорю. Когда люди мне задают вопрос, я говорю, после зимы, которую мы провели в этом году, у меня очень много разорвало все. Крыш мы же не делаем их капитально, мы же делаем ладки. А вы знаете, зима, то мороз, то утепель, то мороз, то утепель. Поэтому сейчас моя задача. Если мы выбираемся, все силы, все деньги, всех специалистов я буду направлять только пока на внутренние работы, на верхние, на крыши, на крылечки и на системы отопления, горячего водоснабжения. Вот это. Зимой начинаем мы делать, массово делаем внутренние работы. Окраска подъездов, ящиков, ящики, где делаем подъезд, сразу ремонт. Ну, я так вот, ремонт, так образно, да. Но, запомните, в подъездах не ставим пластиковых, это очень хотелось бы, но не ставим. Потому что эти работы сегодня относятся к работам фасадным, капитальному ремонту. А побили. Что у нас ремонтировать уже эту казарму? Что ее толку ремонтировать? Она же села, села и садится на из года в год из весны в весну. Уже вода в подвал. Вы знаете, так, вот это капиталить. Вопросы. Я знаю, что если я вам сейчас скажу главе города, вы скажете 150 раз. Ну, что-то, если мы будем все время все равно молчать, вы знаете, да? Конечно, вот надо стучаться и стучаться. Да, вот надо кричать и кричать. Никто ничего не будет делать. Ну, скажите, пожалуйста, да я вас перебила? Нет. Скажите, пожалуйста, Воробьев у вас, вот, честно, не отбирает деньги, те, как он в том году? Воробьев это который наверху или нет? Губернатор, наш губернатор. У нас пока нет. Зам. У меня лично не отбирает. Я имею в виду областной. У меня тяжело отобрать. Мы поняли. У меня захочешь отобрать, не дам, потому что и так мало. Ну а где тогда эти капитальные ремонты у нас? Что? Ну, что я же вам только что... Нет, мы не берем. Ну я что, с работы сбегу? Я только что рассказывала, где. Мы не знаем. Мы знаем, что у нас сейчас... С 2014 года в городе приходит делать капитальный ремонт. Но первый год был ужасный. Просто все, что сделали, сейчас переделывают. Сейчас вроде более-менее начинает налаживаться. Вот. Но мы не определяем деньги. Мы не управляем. У вас остается? У нас ничего не остается. Там ремонта нет. Ваши денежки целенаправленно единый расчетный центр наш отправляет фонд капитального ремонта на их расчетный счет. Мы даем через отдел городского хозяйства, через муниципалитет только те дома, которые по условиям положения соответствуют и могут войти на следующий год капитальный ремонт. А уже муниципалитет связывается с фондом капитального ремонта, там проводят конкурсы, направляют подрядные организации. Конкурс. Наш город пошел в конкурс, как исторический? Ну, здесь... Что у нас много мест, домов исторических. Ну, не только наш фабрик. Наследие. Наследие. Да. Вот эти, как военные предприятия. По-моему, ну, военные предприятия – это не наследие. Это не нам, да, да. Но, это достояние. Ну да. Нет? У нас, насколько я знаю, даже наши ворота… Или еще не решили. И тени вошли. Наследие. На 19-й не вошли. Чего взяли, что наследие? На 19-й не вошли.
Наш наследник культурный. Ваши дома построены. Вопрос стоял о том, чтобы его признать памятником истории и культуры. Сейчас стоит вопрос, внесен ли он официально в реестр. Потому что если его официально внесут в реестр, с этим будут сложности. Тогда невозможно ремонтировать, проводить какие-то работы. Это должна быть обязательно реконструкция по первичным проектам. Вы понимаете, что реконструкция это такое? Сначала нужно было стричь его дом наш. Там ничего нельзя. И слава богу, в реестре вы пока не видели. В реестре, да. Нам бы туда не попасть. Да, нам туда совсем не нужно. Вообще нельзя было бы. Вы, девчонки, нам бы попасть, чтобы все покрасили, подлатали, сделали, и мы были счастливы. О, это же перекрытие. Нет. Ну, счастливы мы частично. У меня дождик сейчас идет, и течет в комнату. А чтобы счастливы мы в этой казарме были, извините. Я не могу так вот в комнате ложить. У меня вообще течет. Вот дождик идет и прям капает. Тоже заявление, наверное. На 17 сантиметров провалился. У нас были уже, да? И у меня вот три пальца входят в плинтуса. И когда я их гоняю, это что? Да, гоняют. Все понятно. Только выберите управляющую компанию, вот любую, какую выберете, прям сразу заявление, кто управляющий. Нашу будет, Вектор будет, Диас будет, неважно. 2001 года у меня заявление. Чего? Гуляем, 2001 года заявление. Потому что вот такая ситуация, у нас такая получается. На капитальный ремонт не дают еще по каким-то соображениям. В бюджете не могут выделять деньги на эту реконструкцию. Мы, как управляющая компания, вообще не можем. Поэтому вот все висит в воздухе. Здесь нужно входить в какую-то программу, которая есть сегодня в области, и подвести это к этой программе. Но сегодня вот исполняющие обязанности главы у нас, вы знаете, да, я думаю, что человек, к которому можно обратиться, который может что-то сделать. Вот у меня почему-то такое есть впечатление. Потому что я разговаривала, он слышит, он вопросы текущего плана решает прямо вот, через телефон. А вопросы, которые связаны вот с такими вещами, да, наверное, будут занимать какое-то время. Но человек, который на меня произвел впечатление, потому что он настроен на работу, он настроен на жителей. Вот это мне честно понравилось. Хочется верить в это. Сходите на прием, да, поговорите. Потому что... Ему не пробиться. До 18-го часа расписано, девочки. Потом до 19-го. Тут сейчас, естественно, праздники, но я вам еще раз говорю, нужно ходить, нужно обращаться. Сидеть будем вот просто говорить о том, что плохо. Ну, третий год уже этот дом, третий год. Я пришла к Буряку и говорю, ну, я вначале отказалась, потом согласилась, потому что там уже, если комиссию сдавать, там ни газа, ни этого, ничего, потолки все вот такие обвисшие. И тоже акт у меня есть. И городок вызывали, тогда мама чуть не прибила там. Обвалился. Ой, а вы Путину писали, сейчас модно Путину звонить. Ой, я его не хочу беспокоить по таким делам. У нас же ручное управление. Вам напишут ответ. Ну, Сарёвскую сталку же закрыл. Нам уже отвечать, знаете, сколько лет? Мы сколько ему через интернет пишем. Писали, звонили Путину. Муниципалитет здесь вообще ничего не играет, только суд. Девочки, а муниципалитет? Муниципальное жилье, администрация. Кирилл Александрович, он понимает, каждый понедельник, просто ближайший понедельник попал на праздник. Поэтому...